Привет. Очень много больных, очень. То я снял одним махом все 8 минут получилось, что оно не ушло. 8 минут. Ну, я что тупо... До 3 минут. Да? Я поменьше так и делаю. Лучше несколько. А? Ага. Единственное счастье, здесь есть Wi-Fi на 3 этаже. Это, ребята, вот, пожалуйста, спят. Мало, 9 час уже. Ты в больницу идешь? У тебя вообще походка вышла из меня. Вот в таких условиях мы живем. На полу, в сраче. Антисанитария полная. Умывальник один на всю толпу. Туалет вообще на улице. На улице, в который невозможно зайти. Режет глаза. Поэтому мы бегаем вниз на магазин. Бо здесь в туалет с утра очередь шел в мавзолей. Туда просто-напросто не достоится. Единственное, что любоваться морем. Продолжаем дальше. Это фойе. Запах здесь хуже, чем в туалете, потому что здесь находятся больные и инвалиды. И находились они тут, когда мы приехали, 14 числа лежали. Представьте, когда было очень холодно еще тогда. Вот это вот называется санузел. Один кран на 350 человек, а может даже и больше. Сейчас я вам покажу спортзал, в котором находятся люди. Вчера отсюда вывезли человека с туберкулезом. Сейчас оттуда людей выгнали и закрыли их там, чтобы они находились в изоляции вроде как. Что там, Лёлик? О! День сурка? Да. Вот тоже. И так каждый день. День сурка. Причем при всем, это школа, в которой антисанитария ужасная. Раньше люди тут спали даже в коридорах. Нас не пускали в классы. Да потом уже запустили в классы под более-менее теплые батареи.
Сейчас вот до сих пор там, солнце светит. Вдали там люди все равно спят.